Православный календарь. Седмица первая по Пятидесятнице. Сплошная. 13 июня. Понедельник. День Святого Духа. Четырнадцатое июня, вторник, день праведного Иоанна Кронштадтского. Пятнадцатое июня, среда, день Киево-Братской иконы Божьей Матери. Шестнадцатое июня, четверг. Перенесение мощей благоверного царевича Дмитрия из Углича в Москву. 17 июня, пятница, день преподобного Мефодия и игумена Пишножского. 18 июня, суббота. Отдание праздника Пятидесятницы. День преподобного Авы Дорофея. 19 июня. Воскресенье. Заговение на Петров пост. День преподобного Паисия Углического. 2 желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!